основная деталь, которая отличает Старокалинкин или просто Калинкин мост от других мостов Санкт-Петербурга, его загадочность, переходящая в мистицизм. Ведь еще с детских лет он представляется всем как былинно-сказочный Калинов мост. Вздыбилась речка Смородина, с Калинова моста кровь бежит, на русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает. Правда, здесь другая речка, Фонтанка, неподалеку впадающая в Неву. Зато рядом, еще с 17 века, располагалась финская деревня Каллина. В первые годы строительства Санкт-Петербурга название деревни было переведено на русский лад. Ее стали именовать Калинкиной. Деревянный мост через Фонтанку, построенный здесь в 1837 году, тоже назвали Калинкиным. В 1786-1788 годах мост перестроили в камне. В ту пору Фонтанка была судоходной, поэтому в четырех каменных башнях разместили подъемные механизмы, которые поднимали два деревянных полотна среднего пролета с помощью цепей. По типовому проекту архитектора Жана Радольфа Пиране через Фонтанку было построено еще шесть таких же мостов. В их числе Симеоновский, ныне Белинского, Аничков, Обуховский и наиболее сохранивший свой исторический вид Ломоносовский, ранее Чернышов. Старокалинкин же несколько раз перестраивался, но в конце концов ему вернули облик, очень близкий к первоначальному. Именно этот мост отобразил Николай Васильевич Гоголь в своей знаменитой повести «Шинель». Описываемое Гоголем действие происходит в отдаленном от центра города районе – Коломне. Название это принесено мастеровыми, переселенными в Петербург в 30-х годах 18 века из подмосковного села Коломенского. Массовое заселение Коломны началось в 1736-37 годах после опустошительных пожаров в центре Петербурга. Основное население составляли поначалу адмиралтейские служащие и работники, а также мелкие чиновники и ремесленники. Близость театральной площади способствовала заселению района музыкантами и актерами. Гоголь в повести «Портрет» описывал Коломну так. «Тут все не похоже на другие части Петербурга. Тут не столица и не провинция. Здесь все тишина и отставка». Эта же черта Коломны подтверждается им и в повести «Шинель», хотя здесь нет точных описаний мест действия. Не указано, где находится дом, в котором проживал Акакий Акакьевич. Только пошивший ему шубу портной Петрович замечает, что не на Невском живем. Нет и названия площади, бесконечной, с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшной пустынею. Поэтому художники-иллюстраторы позволяли себе по-своему представить, в каких декорациях разворачивалось действие «Шинели». Но вот одна деталь обрисована Гоголем точно – Калинкин мост. А где-то рядом безлюдная площадь, на которую вступает Акакий Акакьевич в своей новой шинели. И вот он, уже ограбленный, с криком о помощи бежит от центра площади к ее краю. А потом именно здесь, у Калинкина моста, по словам Гоголя, стал появляться мертвец в старом заношенном вицмундире, ищущий какую-то украденную у него шинель. Вот так Калинкин мост, кроме архитектурной, стал и литературной достопримечательностью Санкт-Петербурга.